Пентагон заявил об уничтожении ключевых террористов ИГИЛ. Боевики были ликвидированы в Сирии и Ираке. Международная коалиция во главе с США на протяжении последних 3 недель ликвидировала по крайней мере 4 ключевых террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке. Об этом официально сообщили в Пентагоне со ссылкой на руководство коалиции, передает Укринформ. Ликвидация этих ключевых террористов помешала усилиям ИГИЛ относительно усовершенствования оружия, а также их возможности вербовать и тренировать террористов, говорится в сообщении. Кроме того, это снизило способность террористической группировки планировать и осуществлять террористические атаки в Сирии, в Ираке, так и за рубежом. В частности, удалось ликвидировать пропагандиста ИГИЛ с широкими связями на Ближнем Востоке и в Европе Юсуфа Демира, координатора внешних операций ИГИЛ Амира Демира, куратора по вопросам вооружения Абу Изина, разработчика внешних операций террористов Абделя Хаджио. Как сообщал корреспондент НЕТ, ранее в Ираке началось наступление на последний оплот ИГИЛ, идет масштабная операция по освобождению района Румана и города Рава. По материалам сайта news.com.